Я не знаю, испытывают ли люди сомнения до тех пор, пока им не задают значимые вопросы. Что было самым лучшим, что случилось с вами в прошлом месяце? Что по-настоящему доставляет вам удовольствие? Что наполняет вашу жизнь смыслом? Интересное исследование. Если вы спросите студентов, к чему они стремятся, они начнут говорить о деньгах. Но если вы спросите их, что самого лучшего с ними случилось за последний месяц, они упоминают опыт общения с другими людьми и никогда не говорят о собственности. Таким образом, на интуитивном уровне люди действительно понимают, что приносит им радость, но иногда им требуется проверить все на собственной шкуре.